На физре нам сказали обязательно белая подошва. Обязательно. Чтобы, знаете, вот этих черных полос не оставлять. Вот хотя и белые подошвы тоже так можно. Ну ладно. Потом хвосты девочкам обязательно, что мне ужасно не понравилось, потому что, как бы, ну, у мальчиков тоже есть длинные волосы, пусть тогда я не завязываю. Вот. Но вообще, что меня добило, да, пап, Европа, Германия, да, свобода, все. Угу. Обязательно лифчики детям, ой, девочкам на физру, обязательно. Ну это ж неправильно. У кого-то может быть болезни, нельзя лифчик. Или, ну а почему я обязана носить лифчик? Мне неудобно, например. Да, или я не хочу. Ну, я не знаю, ладно, я поняла, почему в России, в Украине у нас, но Европа, да, для меня это очень странно. Ну, не знаю, такое. А если ребенок не носит вообще лифчиков? Ну да, да, ну, вообще. Да, типа, ну, обязательно нужно, на физру, только на физру, но все равно как-то. Да. Скажи. Есть же такие девочки, что еще, ну, не созрели для или, лифчика. Ну да, или не хотят просто, но я не хочу носить, мне некомфортно, мне неудобно, неудобно просто. Что я должна? Пусть тогда пацаны тоже носят. Мы будем все месяцы замуж. В общем, ты довольна сегодняшним днем? Ну, сейчас, ну, я не знаю, пап, честно. Такой же. Ну, походишь недельку, посмотрим, много. Что там, чего там. Подружки хорошие? Да, веселые мы, ну да. Да, я разговаривала. Ну, как разговаривала? Просто то спрашивала что-то у Полины. Откуда Полина вообще? В Украине? С Украины? Ну, я имею в виду, откуда? Ну, я же говорю... Харьков, Днепр, Киев, Питер. Я не спрашивала. Питер. Нет, да, я не спрашивала. Не спрашивала, нет. А, есть одна у нас цыганочка, она из Донецкой области. Да? Да. С Донецка? С Донецкой области. Луганская. Я понял. С Луганска? Ну, папа. Луганская, это Луганская область. Значит, с Луганска. На Лека потом. Донецкая область. Вот. Да, она на русском разговаривает. Ну, с Украины она, короче, всю жизнь прожила в Украине. Такое, не знаю. Все? Как-то так, но никак иначе.